Более 1000 хабаровчан и даже одна собака приняли участие во всероссийском забеге «Кросс-нации». Он проходил в эту субботу на набережной. За стартами наблюдала наш корреспондент Ольга Кушелева. Смотрим. Дистанции от 1 до 8 километров покоряли хабаровчане на забеге «Кросс-нации». Участие в нем бесплатное, а ограничений по возрасту и уровню подготовки не было никаких. Единственное требование – наличие медицинской справки. Цель забега – это поднятие уровня, именно бегового уровня нашего города. Любительский бег – это то, что нужно нашему городу. Бег в нашем городе действительно популярен. Об этом говорят цифры. Если в прошлом году на «Кросс-нации» заявилось 500 человек, то в этом в два раза больше. Среди участников было много детей и молодежи. Самое сложное – это было бежать к финишу. Надо было брать разгон, но я смогла. Потому что мне стало не хватать воздуха, но... и болел бок. Забег посетили и гости из Москвы. Правда, совершенно случайно. У меня живет здесь подруга. Я решила совместить два приятные и полезные. Вот, собственно, забег – наше яркое впечатление отдыха. Но без сомнений, самым необычным участником «Кросса нации» стал ретривер по кличке Умка. Все официально. Собаку внесли в списки участников, ему даже выдали стартовый номер. Он во многом нас заставляет бегать, потому что каждое утро его надо на прогулку. И мы всей семьей по очереди с ним бегаем. Утром жена, вечером дети обычно. У меня два сына. Дмитрий с Умкой и женой преодолели 5 километров. А вот на самую большую дистанцию 8 километров решились немногие. Погода преподнесла самым выносливым участникам сюрприз в виде дождя. Самое то. Как раз охлаждают тех, кто бежит. В общем, было хорошо. На финише участников встречали волонтеры. Поздравляем! Поздравляем, молодцы! Что вы даете всем, кто финишировал? Воду и бананы. Бананы. Зачем? Чтобы подкрепиться и попить. У них же жажда. Представляете, сколько они бегут, как они устали. После забегов состоялась церемония награждения и фотосессия. Найти снимки в социальных сетях можно по хэштегу «Кросс-нации 2019». Ольга Кошелева, Дмитрий Папуша. Смотри Хабаровск.